Приветствую всех подписчиков, зрителей канала. Nike известен как инновационный бренд, который разрабатывает и производит технологически продвинутые модели. Одной из таких моделей является Nike Shox TL. В 2019 году Nike выпустил переиздание легендарной модели 2003 года. Shox TL сочетает в себе привлекательный вид с революционной технологией Nike Shox, сохраняя характеристики оригинальной версии с современными материалами. Верх модели изготовлен из легкого воздухопроницаемого сетчатого текстиля с элегантным кантом, двумя рефлективными вставками в носочной части и укрепляющую конструкцию тонкими вставками по всей длине верха. Система шнуровки проходит сквозь текстильные петли. Язык из текстиля с плотной вставкой с фиксатором шнурков и логотипом с надписью Nike Shox. Модель имеет большие свуши Nike, выполненные с двух сторон по бокам верха. Внутренняя отделка из текстиля с применением шелковой нити для долговечности. Задник плотный, серебряного цвета, с большой рефлективной вставкой и логотипом Shox. Стопа поддерживается литыми накладками из ТПУ, он же термополиуретан, расположенными в средней части кроссовка между верхом и колоннами. И пластины ТПУ в пятке, тем самым фиксируя ее. В модели используются полые, но упругие и гибкие колонны Shox, полость которых хорошо просматривается через прозрачное окно в подошве. Колонны изготовлены из пеноматериала Filon, который равномерно распределяет и поглощает ударные нагрузки по всей длине стопы и придают отличную амортизацию. Подметка с круговым вафельным рисунком из жесткой резины обеспечивает отличное сцепление с поверхностью. Модель очень удобная, также имеет много других расцветок. Носить рекомендую лето-осень. Ценовая категория 13 тысяч. Nike Shox TL отлично сидят на ногах. Внешний вид сочетается с различными видами одежды и подходит для повседневной носки. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.